потом заплачивал, тебя жарит постоянно. Ну да. Головой жарит. Как от горячего дела? Вы что понимаете? Вы сразу не понимаете? Не, 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 не. Вот, на поле, на поле, на поле. О, да. Ты что, да? За счет того, что поле в руку убрал, что поле в руку убрал, в руку убрал. Продавления нет, да? Более неприятную ситуацию, когда вас толкают в пустом коридоре. Вас толкают, вас слева стенка, справа стенка, лифт, допустим, да? И вот к вам сюда шагать некуда. Руку поднять негде, бывает такое. Как бы крепко он меня не держал, основной захват держит назад, я не могу пойти, правильно? То есть он толкает вперед. Просто наклоняю голову. Поворачиваемся. Тут я уже вынужден работать не его, просто потому что он пространство нет. Да, колено нарваться на дверце. Можно. Терять мне нечего, да? У меня уже такая головой стенка. Вот, пошел присядь. Задача всегда, что бы я ни делал с противником, я никогда не хочу быть с ним вот так, еще включил. Я всегда хочу быть боком. А что лучше с ним? Тот угол, где мне удобнее его бить, ему неудобно бить меня. Сейчас представьте себе, что вы в маленьком, здесь он лично. Наклон. Если развернуться некуда, то я лучше рискну. Опять-таки, даже если я все буду делать медленно, у меня есть вот эта рука. Да, ну вот слушай, вот эта рука. Даже если сейчас колено поднимаешь, и всегда я хочу быть вот здесь.